1-3 готов. Прием. Принято. Мы быстро приближаемся. Конец связи. Это Коул. Какого хера он ведет штурмовой отряд? Что-то тут не так. Так, туши свет. Надо затемнить зону высадки. Давай по готовности. Отлично. Два налево. Продолжай. 1-4. Зона высадки в безопасности. Наблюдаем. Прием. Понятно. Тепловизор. 1-4, мы видим. 1-3, очистите нам улицу. Принято. Надо сместиться направо, чтобы была видимость. Прием. Один четыре, мы на месте. Прием. Принято. Двигаюсь. Блэкберн, что видно? Сука, с СО! 1-4, держитесь! Враг впереди! Боевой контакт! Прием! 1-4, держись! Противник прямо перед вами! Ориентировка по расположению отрядов. Направо, пара этажей вверх. Ковнюк на балконе. Снимай его! 1-4, отлично! Выдвигайтесь на точку право. Прием! Вас понял, 1-3. Давай, пошли! Увидимся внизу. Не высовывайся. Пошли. Машина, ложись. Переулок впереди. Пошли. Ты первый, я тебя прикрою. Стой! Я что-то видел. Сука, там чувак наблюдает за улицей. Ориентир, неоновая вывеска слева. Второй этаж. Наблюдатель расположен открыто. Снимай его. Так, по моему сигналу. Скорей, пока они не Бродяга 1-3. Мы у точки Браво. Принято. Мы ждем поблизости. Черт! Повторная атака! Хороший выстрел. 1-4, путь свободен. Понял. Движемся. Прикрой их переход.
Не высовывайся там! Сюда! Один, три, стоп! Конвой противника. Численностью за взвод. Не смогу добраться к точке сбора вовремя, как слышите. Понял, слышу хорошо. Найдите путь обхода. Сбор в точке Чарли. Конец связи. Черт, сюда! Держись ближе. Пройдем здесь. Используй нож. Черт, бегом! Внизу, там есть лестница. Так, давай сюда. Выдвигаемся! Вон, лестница! Мы можем срезать. Выйдем с той стороны квартала. Один-три. Тащи свою задницу к торговому центру. Быстро, как слышишь? Конец связи. Вызови центр по этому ебучему радио. Он мог бы им и данные для засады передать. Срежем тут. Черт, готовься! Господи Боже, вот оно. Это ж та самая чертова комната. Тут все и было. Вот черт. Бродяга, я бродяга 1-3. Мы у точки Дельта. Тут что-то есть. Как поняли? Поточнее, можно, 1-3? Вижу доказательства, что здесь казнили капрала Миллера. Совпадает по описанию. Постановки камеры. Вообще по всему. 1-3, вы уверены? Более чем, да. Я точно пошлю отряд. Спасибо. Первая дивизия морской пехоты захватила восточную часть. Битва за город почти окончена. Давайте закончим сегодня. Понятно. Они идут. Надо обождать.
Граната, сволочи! Хорошо, чисто. Пошли. Все встает на свои места. Кол пытается лично сдать Аль-Башира. Он уже 100 лет в капитанах ходит. Вот и пытается доказать начальству, что не полный ушлепок. Звездочку получить хочет. Долбанный искатель славы. Блэкберн, Кампо, сюда. Мы в 200 метрах от нужного здания. Осталось пройти через магазин. Готовы? Да, сэр. Приступаем. Если будет жопа, отходим сюда, на эту позицию. Так, как поступим? Блэкберн, Кампо, вы будете прикрывать крышу отсюда. Потом встретимся у входа в магазин. Теперь мы точно знаем, где Аль-Башир. Можно его хлопнуть? Нет, конечно. Аль-Башир нужен нам живым. Надо расспросить его о бомбах из банка. Никаких расправ, как с Бен Ладеном, это всем ясно? Все сделаем. Работаем. Входим. Баркович, со мной. Один четыре, 1-3 на позиции. Понял. Начинаем. Дайте мне сводку и отчет. Конец связи. Мы уперлись в стену на правой стороне игровой площадки. Тут охранник чинит генератор или что-то в этом роде. Понял. Смотрим. Блэкберн, давай по готовности. Местность зачищена. На вашем пути техника со включенными фарами. Можно идти. Движемся. Теплоизлучение со спутника показывает активность в двух квартирах на первом этаже. Сначала левая. Маткович, возьми бойца, стой снаружи, прикрывай нас. Вызывной 1-1, понял? Понятно. Готовность к входу. Приготовить светошумовые. Шоп-шоп-шоп! 1-3, говорит 1-1. У вас есть видимость? Мы тут ни хера не видим! Понял. Прикрываем вас. Справа, в самом низу. Готов. Первый объект зачищен. Перехожу ко второму. 12 часов. Верхние этажи. На игровой площадке. Стрелок справа, ниже, на крыше сарая. Видишь? Давай! Яблочко!
Давай его! Ориентир парковка. Он их прижал. Грузовик, слева от здания. Давай по нему. Блять, еще противник. Блять, они сюда идут. Они идут через игровую площадку. Черт, РПГ на крыше! Вали из сукиного сына! Твой выход! Надо его остановить! Давай! Быстрее! Вперед! Вперед! Останови машину! Огонь по ней! Стреляй! Стреляй по нашей машине! Давай! Бей ее в люка! Один четыре, один три. Аль-Башир у нас. Вырубайся! Не вздумай умереть! Вот так! Эй, как тебя зовут? Как тебя зовут? Меня зовут... Держись, мужик! Держись! Не умирай! Нет, больше нечего сказать. Ладно, как хочешь. Блэкберн, заложи внизу несколько клейморов. Тут будет прорва злобных чертей. Закрой проходы. Когда появится противник, все взорвет. Пошли! Быстрее! Копались в западной части центра, на втором этаже, у точки эвакуации. Понял. Пытаюсь подойти к тебе. Вижу подразделение ССО, они проходят в торговый центр, мимо нас на первый этаж. Должны быть прямо перед вами, прием. Понял. Ты слышал? Смотри и простреливай вход на первый этаж. Thank you.
Смотри в оба. ССО идут по внешней лестнице на второй этаж. Внимание на входы. Прием. Принято. Прикрой входы прямо. Состояние пленного? Сильное кровотечение. Шок. Выглядит плохо. Не дайте ему умереть. Слышите меня? Он должен выжить. Ага. Один четыре, один три. Доложить обстановку, когда подойдете к центру. Прием. Под сильным огнем. Подразделение противника выходит из боя и направляются к вам. Выходы второго этажа, как слышите? Вас понял. Блэкберн, нам нужно перейти. Давай. Всем станциям. Бродяга 2-2 в трех милях. Готовьтесь к эвакуации. Конец связи. Понял. Мы сейчас немного заняты Аль-Баширом. Он плохо выглядит. Не дайте ему умереть. Слышите меня? Он должен выжить. Есть. Блэкберн, иди сюда. Кажется, он бредит. Вам не остановить Соломона, как не остановить восход солнца. А вот и наша карета. Блэкберн, готовься к отбытию. Прекратить огонь! Свои выходят из торгового центра. Осторожно! Открывай огонь!
знаю. Кали ему вот это. Как вы нашли меня? Видео казни. Видео. Соломон. Соломон, это наверняка он. Он сказал заполучить бомбы и давить ими. Потом он украл их. Он меня использовал. Он использовал всех и каждого. Эта собака предала меня со своими планами поезда. И за это я получу. Слушайте. 14-го. Держись, не умирай. Месяца. Говори с нами. После захода солнца Соломон нанесет туда. Вот херня. Он умер. Горите в аду. Не знаю, что за пургу он перед этим нес. Эй, тут телефон. Может, записано что-то интересное?